У нас 5 жертв. Девочки в возрасте от 8 до 12 лет. Действует всегда одинаковая среда. Одно и то же положение трупов. Он их не насилует, просто убивает. Как убивает? Душит. Затем расчиняет труп. Какая смелость, безжалостность. Он обессмертил свое имя. Сегодня задержан подозреваемый в совершении этих бесчеловечных убийств. Никакой это не Сирич. Не наш клиент. Слушай, ты вообще спишь? А я вот не сплю. А как засну, кошмары снятся. Слушаю. Мне очень страшно. А сейчас все готовы поверить, что девочка просто утонула. Мы не знаем, как его зовут. Это не важно. Запомнят его дела. Он подарил нам среду, как день страха. Я дышать не могу. Он из меня воздух вынул. Найди его, Моисеев. Страх. Всему государю.